Самая большая сухопутная улитка. Ахатина, Ахатина. Поехали. Самая большая улитка, живущая на суше, это тигровая улитка. Рекордный экземпляр имеет длину 39,3 сантиметра. Размер ее раковины 27,3 сантиметра. А весит беспозвоночно ровно 900 грамм. Эта ахатина попала в книгу рекордов Гиннесса благодаря своей растяжке. Она больше, чем другие, смогла вытянуть свою ногу. Моллюска измерили по разным параметрам и только после этого зафиксировали рекорд. Еще один крупный экземпляр поймали в 1976 году в Западной Африке. Эта тигровая улитка была похожих размеров. Размер самого моллюска 37,5 сантиметра. Раковина 27,5 сантиметра, а вес около килограмма. Об этой улитке известно из литературных источников без документальных свидетельств. Гигантские улитки-ахатины живут в Африке. Они вырастают до огромных размеров благодаря в том числе и своему аппетиту. Моллюски прожорливы и неразборчивы в пище. Они могут с одинаковым удовольствием питаться травой и трупами животных. Мясо этих беспозвоночных, в свою очередь, считается деликатесом у местных жителей. Европейцы предпочитают ахатин не есть. Вместо этого их держат дома вместо домашних животных. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал, чтобы не пропустить самое интересное. Всем удачи и до новых встреч. Пока!